Встречайте, три питерские бабки-ёшки! Хорошее настроение! Чего, что мы взрёв болото? С детства мы мечтали о полётах. Не учили в лётных школах нас, но не так мы стали высший класс. Отгоняют просто бабы-яки. А симпатичные есть ничего? Тетки, слушайте, о чем думают? Чего ты опять думаешь? Может, наконец, к сегодня я здесь. Ну, я какому-то счастью, судьбу там свою дойду. Эй, какая судьба? Моя? У тебя нет судьбы. Вы просто ничего не понимаете. Ну, говори. Видите, если мужчина увидит меня, смешно, ближе к вечеру, ты понимаешь, он поймешь, вот оно пришло. Старый, когда я улыбаюсь! Давай сразу определимся. Ты вообще в зеркало на себя давно смотрела? В фотомодели? Я не поняла, что за организация такая. Да я из принципа! Ну? Возьмусь! Ну? И поглядюсь, пожалуйста! Bye.
не глаза растет брови, сахар плотен, сиди на сне. А вы как в юности цвете и горите ей, цените бабушку за тысячу лет. Когда морщина ручка не раскладится, в глазах появится веселый свет. И долго молодость не останется, вернется в будущее пять тысяч лет. И жизнь из отправы еще кончается, нам хватит радости на целый век. Зачем погруженки грусти печалиться, когда мы бабушки в рассвете лет? Зачем погруженки грусти печалиться, когда мы женщины в рассвете лет? Я тебя понимаю. Иди до всего, ты вот... Слушай, как здорово, вот все-таки как здорово, что не мы одни ветераны сказочного леса собираемся, да. А приходит наша молодежь, да. В зал, улыбается, вот вместе берем, собираемся, на душе как-то веселее. Да нет, знаешь, у меня такое ощущение. Какое? Что когда вот мы все вместе собираемся, ну, не буду. То весь мир у нас в руках! Мы звезды континентов разбили в субрак проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Подарок людям хочется подарить. Ну, знаете что, я сегодня абсолютно свободна, меня можно вот... Старый, не такой подарок. Ты еще тот подарок. А волшебный. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену нашего волшебного друга, мага, иллюзиониста. Чародея. Чародея? Да. Итак, встречайте, Роман Борщ со своей спутницей. Роман Борщ и волшебные смерти.